До этого вы сказали, что нужно найти верное объединение на Конгрессе. Что значит найти верное объединение? Если мы говорим о частной работе человека, эта работа очень трудная. Если мы говорим о той же работе, которую мы должны сделать в общем, среди всех, это становится очень простой работой. Иди попробуй сдвинуть камень весом в тонну. Ты не можешь, сколько бы ты вокруг него ни крутился тысячи лет, не помогло бы тебе. Ну, приведи с собой 15-20 ребят, каждый возьмет на себя ответственность за 50 килограмм и сдвинете. В земном это так, в духовном почему ты можешь это сдвинуть? В духовном мы же все изучаем, что двигается за счет света. Когда я в духовном мире прихожу с 20 своими товарищами, что мы вместе что-то сдвигаем, мы в связи между нами вызываем на себя свет, который двигает этот камень, этот весом в тонну или несколько, неважно. В этом все дело. Это совершенно иной подход. В духовном приведи хоть все человечество, ничего не сможешь сделать, как русские пытались когда-то сделать в Советском Союзе. Должна быть верная связь между ними. И тогда, оп, и оно сдвинулось. Вот так вот. Мы посмотрели на него, а он сдвинулся. Это значит, что внутри народа моего находится Творец, сказано. Это не так просто, ты послушай. То есть, если мы хотим объединиться, в нас находится этот свет. В самой меньшей мере, если приходят 5 тысяч, 7 тысяч человек, неважно сколько, пускай меньше будет, неважно. Они хоть как-то хотят объединиться, немножко. Свет находится внутри них. Это то, что действует.